До 2 лет тюрьмы грозит 36-летней безработной жительнице Петропавловска за обман 77-летней пенсионерки. По версии органа дознания, в августе текущего года обвиняемая пришла к своему знакомому и на лестничной площадке увидела пожилую женщину, решила обмануть ее. В этих целях она представилась 77-летней пенсионерке социальным работником и под предлогом приобретения продуктового набора взяла у последней 5000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. После вручения обвинительного акта уголовное дело направят мировому судье в Петропавловске.